Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Амоса и обратимся сейчас к третьей главе. В третьей главе пророк, по-видимому, произносит другую проповедь на сходную тему, со сходной логической структурой, но несколько иной литературной формой. По-видимому, позднейшие редакторы, составлявшие из проповеди пророка Амоса эту книгу, вот решили расположить этот вариант непосредственно дальше, после второй главы. И пророк говорит: «Слушайте слово, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое я вывел из земли египетской». Ну и вот, что Бог говорит этому избранному народу. Это довольно актуально в любые времена, потому что, в сущности, конечно, в христианской культуре практически каждый народ так или иначе считает себя аналогом избранного народа и народом-богоносцем. Лишь очень немногим, как правило, немногочисленным христианским культурам, немногочисленным я имею в виду по количеству людей, удалось избежать этого искушения. А крупным христианским этносам, конечно, всем через это пришлось пройти, да, через искушение считать себя избранным народом. Поэтому вот так полезно внимательно смотреть и слушать, а что же Бог говорит тому избранному народу, который в самом деле избранный народ. И вот Господь говорит: «Только вас призвал я из всех племен земли». И да, это так. Из всех племен земли, сколько их не существует на белом свете, не существовало тогда, Бог призвал только одно племя, и это племя Израиля. А всех остальных не призвал, не было вот такого обращения Бога ко всем остальным племенам. Что же теперь? Что же это означает? Что же следует из того, что Бог призвал только этих людей? «Только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Оказывается, остальные, которые не услышали призвания, не откликнулись, не вошли в завет с Богом, ну, им, может быть, что-то может быть за их невежество, неведение и прощено, на что-то Бог может посмотреть более снисходительно, не знаю. Но вас, говорит он, вот вас, пророк ведь обращается к людям на площади, которые слушают его, то ли в Самарии перед храмом, то ли, может быть, еще где-то на месте поклонения, может быть, даже и в Иерусалиме. Вот он говорит этим людям, о них самих: «Только вас призвал я из всех племен земли». Говорит: «Ура, да, только нас призвал Бог, мы там». Ого-го. «Ну, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Оказывается, избрание Божье – это вовсе не привилегии. Это вовсе не плюшки, которые незаслуженно сыплются на этот народ. Наоборот, это гораздо большая ответственность. «Потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». И если других народов Бог спрашивает за кровавую, варварскую жестокость пыточного такого разряда, то с избранного народа, в общем, он спрашивает за, может быть, менее пыточные, менее кровавые, но от этого не менее несправедливые вещи, да, за вот беззаконие, когда продают право за серебро.
Следующий важный пункт в рассуждениях пророка и Бога, который говорит через пророка, это с 3 по 8 стих. Пророк говорит: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Речь идет о том, что между народом Божьим и Творцом Вселенной заключен завет. И этот завет в сущности – договор, в котором есть требования и обязательства обеих сторон. И эти требования и обязательства для каждой стороны непреложны. Невозможно от них увильнуть. И вот пойдут ли двое вместе, не договорившись, как они идут, куда они идут и зачем? Собственно, это речь идет о том, что вот Господь и избранный Богом народ договорились, заключили договор, но надо его придерживаться. И невозможно никак выйти из этого, невозможно никак проигнорировать вот этот договор. И с разной логикой, с разными формулировками, еще несколько стихов пророк Амос, в общем, говорит об одном и том же. Там, попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Может ли такое быть, чтобы причины нет, а следствие есть? Нет, не может. Ревет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Обратите внимание на это выражение. Потому что для той эпохи, в общем, характерно и естественно считать, что в сущности в истории человечества есть только одно действующее лицо. И это Бог. А все остальные... Самостоятельность всех остальных акторов человеческой истории для этой культуры и этой эпохи под очень большим вопросом. Скорее нет, чем да. Поэтому вот для них естественно говорить, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы. Ну и еще один важный момент в этих же стихах. Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Тоже очень важное откровение. Бог действует так, чтобы у людей была возможность увидеть его, услышать, понять, спастись, изменив свою жизнь. Поэтому, если что-то происходит, если Бог действует, Он обязательно открывает это пророкам, чтобы у пророков была возможность об этом сказать, к изменению жизни призвать. У других пророков этого же поколения мы увидим свидетельство о том, что задача Бога достучаться до наших сердец, чтобы мы изменили свою жизнь и были спасены. Для чего вам умирать? Измените свою жизнь, говорит Бог через Исаию Иерусалимского. Здесь же вот через пророка Амоса он говорит, что так не бывает. Если Бог что-то делает, то для того, чтобы мы поняли, увидели, чтобы у нас была возможность. Лев начнет рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Это выражение связано, конечно, с тем, что Амос вовсе не пророк и не собирался этого делать. Он не стал бы этого делать. Он говорит о том, что вот, но он услышал от Бога нечто, что Бог говорит. И он очень, может быть, хотел бы собирать свои фрукты сезонным рабочим в том саду, где он работал. Но Бог ему сказал: нет, иди и пророчествуй. И вот дальше, уже обращаясь к Самарии, к столице Израильского царства Северного, Бог через пророка Амоса говорит следующее: «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской, соберитесь на горы Самарии».
Посмотрите на великое бесчинство в ней. Что же это за бесчинство? В чем оно заключается? Что они там такое буянят, что возмущает Господа Саваофа? Вот что. Но притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Снова, как и в предыдущей главе, преступление, которое вменяется в непростительную вину избранному народу, неумение поступать справедливо. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Вот, собственно, и все. Вот и это слова на все времена, все эпохи и все культуры. Потому что все в человеческой истории, в любом обществе, в любой культуре, какая бы она ни была, даже если она верна почитанию единого Бога, все равно вот это неумение поступать справедливо, насилием и грабежом собирание сокровищ, это то, что отвращает Бога от нас. И, в общем, надо в связи с этим задумываться каждому из нас о своей жизни. Ты собираешь сокровища в чертоги свои насилием и грабежом или нет? Умеешь ли ты поступать справедливо? В сущности, вот эти слова Бога заставляют тебя к себе обратить эти вопросы. Самарии же, в столице Израильского царства, Бог говорит, посему вот так. Не умеете поступать справедливо, насилием и грабежом собираете сокровища. Поэтому вот неприятели вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. В общем, это, если хотите, фундаментальная идея, одна из самых важных вообще в пророческой литературе. Люди, в жизни которых есть место насилию, грабежу и несправедливости, будут в конечном итоге уничтожены. Уничтожены. И неприятель вокруг всей земли. Рано или поздно, но это произойдет, потому что на грабеже, насилии и несправедливости ничего перед Богом построить нельзя. Вот нельзя и все. И ничем не может быть оправдано ни несправедливость, ни насилие, ни грабеж. Следующая потрясающая совершенно идея, которая вдруг возникает, ну, то есть для читателя вдруг, для Амоса, конечно, нет, возникает в самом конце третьей главы. Господь говорит Самарии о том, что вот неприятель, он низложит могущество твое, ограблены будут чертоги твои, и, видимо, речь идет о дворцах царей, которые в ту пору построили себе, как раз собрав сокровища ценой насилия и грабежа, построили себе роскошные чертоги, в частности, имеется в виду там летний дом Иеровоама, чуть не слоновой костью обложенный, да, по цене золотых слитков. Ограблены будут чертоги твои. Вот Бог говорит о том, что вот ваша жизнь, в которой нет правды, и вот она кончится катастрофой. Но, так говорит Господь, как иногда пастух вырывает из пасти льва две голени или кусочек уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии и в Дамаске. Оказывается,
вот эта предреченная катастрофа, катастрофа, которую невозможно избежать, она постигает людей из-за того, что жизнь они устроили жлобскую, сволочную, полную грабежа и насилия. И что, они же не будут с этим что делать, им-то выгодно это насилие. Да, и, казалось бы, все, катастрофа полная, абсолютная, неизбежная. Но Бог говорит, нет, кое-кого я спасу. Как всю овцу сожрал лев, но хоть кусок уха, маленький кусочек, все-таки я выдерну. Будут спасены некоторые из сынов Израиля. Снова продолжает дальше после этого стиха пророк те же самые слова. «Слушайте, — говорит Господь Саваоф, — я взыщу с Израиля за преступление, взыщу и за жертвенники в Вифиле». Вот. Продолжается тоже обличение в несправедливости и в язычестве, в магии. Но все-таки прозвучало уже это слово о том, что кто-то может быть Богом спасен, что оказывается не уничтожение виноватого является задачей Бога, что-то другое, какую-то другую задачу он ставит перед собой. Да, что же именно, как это будет происходить и кто будут эти люди, которые, может быть, как говорит здесь Господь Бог, останутся в живых. Это тема следующих глав и других пророчеств, и Амоса, и других пророков. Тема, тем не менее, для Священного Писания Ветхого Завета совершенно ключевая – это вот остаток Израиля.